Следующий хадис. Аль-хадис аль-тани валь-ишрун. 22-й хадис. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أتى أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم то, что человек пришел и спросил пророка عليه الصلاة والسلام فقال, и он сказал يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة أو посланник الله если я буду молиться 5 молитв поститься месяц Рамадан, буду считать дозволенным дозволенное и ничего, и также буду то есть, запрещать запретное, и ничего не добавлю к этому. Зайду ли я в рай? Пророк алейхиссалату вассалям сказал, наам. И он сказал, что да. И потом сказал этот человек, который спрашивал, валлахи ля зиду аля залика шейн. Клянусь Аллахом, я ничего не добавлю к этому. И сказал, то есть имам ан-Науи, поясняя это, сказал «Вамаана харрамту л-харам ичтанабту». То есть, буду запрещать запретное, имею в виду, буду отдаляться от этого. А значение «ахляльту л-халяль», то есть, буду считать дозволенным дозволенное. То есть, здесь в каком смысле? То есть, я буду делать этот халяль и буду считать его дозволенным для себя. Тамам. «Хадар раджулу кала лин-набии саллаллаху алейхи вассалям». То есть, этот человек спросил у пророка, алейхиссалям, «Араэйта ай ахбирни я расуля». То есть, «Расскажи мне о посланник саллаллаху алейхи вассалям». Ида саллейту салават аль-мактубат. Если я буду предписанной молитвой, то есть 5 молитв молиться. Я не ихтасарту аля салават аль-хамс. Валям атанафаль. То есть я не буду совершать желательные молитвы, только обязательные. Васумту рамадан я ихтасарту аля аль-фард. Валям асунта тауан. То есть я буду только обязательный пост поститься и не буду поститься ничего другого, то есть желательного. Уахляльту аль-халяль. То есть я... То есть я буду считать дозволенное дозволенным и буду делать дозволенное, все дозволенное. Вот она вальту аль-халяля ва-таматта'ту бихи. То есть я буду совершать дозволенное и буду, то есть счастливым от этого, то есть буду наслаждаться дозволенным тобой. Ва-харрамту аль-харама ай-атакадту тахриму ва-чтанабту. И буду отдаляться от чего? От запретного. И буду, будучи убежденным, что это запретно. Адхулю аль-джанна, зайду ли я в рай? Пророк алейхиссалату вассалям каля наам, сказал да. أي تدخل الجنة то есть ты зайдёшь в рай. فهذا الحديث فيه أن من أدى الواجبات والفرائض وترك المحرمات واكتفى بالحلال عن غيره من المآكل والمشارب والمحرمة فإنه يدخل الجنة. То есть здесь в этом хадисе указание на то, что человек, который обязательные вещи будет выполнять и оставит запретные вещи и остановится только на дозволенном ему из питья и кушания и так далее, то есть запретно, то есть не будет ничего, то есть из запретных питья, то есть из запретного питья и кушания ничего не будет употреблять, такой человек зайдет в рай, говорит пророк алейхиссалату вассалям. И Аллах субхана ва тааля поделил людей на три вида. Насколько на три вида? الأول первый ظالم لنفسه тот, кто поступает во вред себе. وهو الذي يقع في المعاصي دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. То есть такой человек, он попадает в грехи, которые меньше ширка. Такой человек под желанием Аллаха субхана ва тааля. Если пожелает, простит его, если пожелает, накажет его. ولكن هو من أهل الجنة ولو عذب فإن مآله إلى الجنة. Но этот человек из обитателей рая, даже если погорит в огне, затем он выйдет и зайдет в рай. والثاني второй же вид, وهو المقصود بهذا الحديث المقتصد الذي اقتصر على الفرائض. То есть тот человек, который совершает только то есть обязательные вещи, ولم يأتي بالنوافل, не совершает ничего желательного, وترك المحرمات واكتفى بالمباحات. И такой человек оставляет грехи полностью, то есть и совершает какие-то дозволенные вещи. Третий السابق بالخيرات, тот, кто опередил всех в благих деяниях. وهو الذي أدى الواجبات والفرائض والنوافل. Это тот, человек, который и обязательные вещи, и желательные вещи выполняет. وتجنب المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا. И тот, кто отдаляется от запретного, от нежелательного и также даже от некоторых дозволенных вещей, проявляя осторожность. فهذا في أعلى درجات المؤمنين. Поэтому этот человек самую великую степень имана заведет. То есть это кто такие братья эти трое? Муслим, муъмин и мухсин. Муслим, муъмин и мухсин. Хорошо. Аллах субхана ва тааля сказал: "Фаминхум залиму ли нафси, ва минхум муктасид, ва минхум сабикун биль хайрат". То есть из верующих, из мусульман, кто, то есть тот, кто поступает во вред себе, то есть средний, который, то есть с хорошим намерением, но средний человек, и тот, кто опередил всех своими благими деяниями. Фальмуъминуна ля яхружуна ан хадзихи ал-ақсам ас-саляса. Поэтому верующие люди, братья, из этих трех не выходят. То есть либо он ظالم لنفسه либо он муктасид либо он сабикун биль хайрат.
وكلهم في الجنة, все они в раю. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Джаннату адни ядхулунаха юхаллауна фиха мин асавара мин дзахаби ва лулуа ва либасум фиха харир». То есть это, братья, сады Эдема, братья, то есть рай, в который они зайдут. И они, братья, будут там постоянно, и будут они наслаждаться, будут у них что? То есть, как... То есть одежда будет из золота и также жемчуг, и будут они также одевать шелка. То есть у них будет, братья, украшения, точнее, украшения у них будут что? Золото и жемчуг, а одеты они будут в шелк. Хатта дзалим ли нафси фил джанна, то есть даже тот, кто поступал во вред себе, будет в раю. Ма дама лейса айнда уширкун валя куфр, то есть пока он не совершит ни ширк большой, ни куфр большой. Вагаяту ма гуналика аннаху индаху маасин ва кабаир дуна ширк. То есть самое страшное, что только может с ним случиться, это что? То, что у него какие-то большие грехи были, то есть все то, что меньше ширка. Фагада мин ахли джанна, такой человек будет в раю, братья. Имма ан ядхулаха биафу иллахи ва магфирати, может быть, он зайдет сразу в, то есть в рай, и Аллах Субхану ва Тааля простит его грехи, даже если он не покаялся. Ва имма ан юадзаба фи нари бикадри ма юдахируху мин тунуби, или же он погорит в огне до тех пор, пока, то есть огнем, не будет очищен он от своих грехов. Сумма ядхулу джанна, и затем он зайдет в рай. То есть некоторые сказали из ученых, то есть как так, почему здесь не упомянут хадж? Почему не упомянут хадж? Мнения разные. Во-первых, некоторые сказали, что хадж тогда не был обязательным еще. Почему? Потому что хадж когда стал обязательным? В каком году по хиджри? В 9 году по хиджри. Баракаллаху фик. В 9 году по хиджри. Более правильное мнение, что в 9 году, как только стал обязательным, пророк, алейхиссалату вассалям, поехал в хадж. Другие же сказали, что пророк, алейхиссалату вассалям, видел, что этот человек бедняк. То есть, и поэтому он ни закат не упомянул здесь, ни хадж не упомянул. То есть, как так? Почему ни заката, ни этого нету? И пророк, алейхиссалям, увидел, что он бедный, что и ни на хадж он не способен, ни закат не будет уплачивать, поэтому сказал, что да, ты лично зайдешь в этот самый. Другие же сказали, что это все, и хадж, и закат заходит куда? Ахляльтуль харам, ахляльтуль халяль, ва харамтуль харам. То, что я буду считать, то есть буду совершать дозволенное и остерегаться запретного. Дозволенное это что? Приказ, то есть это что? Хадж и закат, и также запретно не совершать хадж и не выплачивать закат. Аллаху а'лям, также можно упомянуть такую пользу, что этот хадис является доводом на то, что наам, слово да, когда у тебя что-то спросили, подразумевает под собой что? Признание того, что он сказал. Если, например, человек скажет, ему жена подойдет, пусть Аллах убережет, и скажет: разведена ли я, то есть ты меня развел, и он скажет да. Это слово да будет, как будто бы он сказал таляхтуки, то есть я тебя развел. Понятно? То есть это слово да. Или же, если подошел ты к человеку и сказал это мне, то есть ты им подарил это мне, он скажет да. Как будто бы, да, я это подарил тебе. Понятно? То есть это на нем, то есть строится хокм. Потому что пророк алейхиссалям сказал ему нам. То есть да, то есть ты зайдешь в рай. Хаза валлаху а'ля ва а'лям, ва саллаллаху аля набийина Мухаммаду, аля алихи ва асхаби аджмаин. Это что касается 21-го хадиса. Валлаху а'ля.